стриме случается. Очень контактная история. Сурженко из угла пока не атакует. Бондарев сразу в получение. Продал. Выбросил, забил. 16 на 28. 16 на 28. Все еще слишком большая разница. Как по мне, Морозов. Помогает Михеев ему заслоном. Дима сам вниз проваливается. Ну и на двоих против Полихранидия они оказались. Сурженко немножко так отдавили. Вообще, Полихранидия, конечно, будет тяжело в таких ситуациях сдерживать. А тут отличная передача на Полихранидия от Бондарева. Сурженко из угла. Что удастся им где-то найти такой рывочек для интриги в этой игре. Опять перехват. Опять Ульянов хорош в защите. Сразу награждает его передачей в отрыв. Кузин под 45 и сам слот. Ну, Дима такие проходы любит, умеет делать. В этот раз не забил. Полихраниди Гордееву отправляется немножко так в Буклин. Опять бежит Гордеев, но здесь успевает Мишенин отработать. И Сурженко. Свободная треха для Сурженко. Козицын готовится у нас у Бруклина в игру войти, а тут на Полихраниде опять загрузка против Морозова. Не забивает Дионис, но есть Ульянов. Есть первых 12 минут, которые мы видели, но вот вам, пожалуйста. Гордеев со средней. Вот так разыграли. И вход был здорово на динамике. Никто уже Дионис там поймать не мог. Михеев со средней пробует. Дима пробует разные варианты. Свою защиту. 9 секунд на владение, на розыгрыш. Ну, сразу же кат от Полихраниди. Вот это вот с лицевой розыгрыш. 37. Кузин. Возвращается мяч наверх. Морозов. Хэндофф от... Здорово все это смотрится. Ну и кому как неопытным игрокам дался сейчас немножко раскачать свое нападение. Полихраниди пролез между двоих. Решает сам флоутер заряжать, не попадает. Но Дима дальний отскок забрал. Бруклин весь поджался. Картушин, еще одна треха. Нет, столик будет бодрее. Вы задонатите, мы купим кофеек на всех. И мы будем бодрее, веселее. И ничего не пропускать. Никаких очков. Ну а тем временем Гордеев. На дриблинге. Хороший вход от Данила. И закрутил, закрутил, несмотря на такой... Нет, сейчас, сейчас четвертому. Бондарев. Включиться немножечко, потерпеть. Потому что, конечно, вот столько стараний, столько трудов. И снова сейчас в 10 очков разницы. Не хотелось бы выйти. Ну а Михей пугал. Здорово. Картушин на перехвате. Успевает Данил с передачи. 10 секунд. Даллас раскидывает широко. Кузин. Вот у нас табло и в зале. Ну, сегодня утро такое, утро. Не очень бодрое. Все просыпается потихоньку. Картушин просыпается потихоньку. Картушин забивает у четвертого. Четвертого 4. Прям. Прохода без попаданий. Пахомов забрал этот отскок. И два. Под Картушина и Куколев. Не впервые в дивизионе Хай Куколев себя тут реализовал. Был красивейший момент у него в летней лиге, который, к сожалению, не попал на камеру. В защите Кузин сейчас меня раздавит взглядом, но я пока держусь. 3 в 1. Бондарев, треха. Ну, Пахомова за собой не стал далеко тащить, просто вернул мяч на периметр. Полихраниди, хороший заслон, и вторая треха. Не получается. Хорошо, Михеев на скорости и с полом. Гаевский пытался подставиться, как-то так сбить с направления. Нервный баскетболист, и тут, несмотря на все контакты, несмотря на все попытки его сдвинуть, заканчивается часто это вот именно таким. Михеев на подборе. Теперь уже Даллас у нас под чужим кольцом решил пособирать. Морозов на картушу наскидывает. И от трешки прилетает отскок дальний, который забирает Даллас. Морозов там успевает раньше всех. Классный вход с передачей. Ну, это красивейший момент от Далласа. Куда там дальше продолжать, Константин? Бондарев вышел под 45, но Сурженко увел немножко мяч на другой угол. Продолжает Бондарев. На скамеечку удался с Мишениным. Ну, а, соответственно, Пахомов... И Куколев. И вот это я понимаю, субботнее утро. Всем бодрейшего баскетбольного дня. Это, видимо, поздороваться с людьми не надо. Рок в Бруклине в этой четверти, как минимум, который выстраивает нападение. Полихраниди от кольца до кольца. Зашел. Пока без этого.
Суженко, с получения. Ну что, Брук за Далласом. Плюс 10 не будет, я думаю, по итогу четверти, но 9 вполне себе. Было бы, если бы забил Антох, конечно, но немножко не точно все в итоге получилось. Пахомов классно увидел Кузина в быстром отрыве, и Дима, понятное дело, четверти набирать свои очки. Даже если Даллас будет забивать, какая передача. Кто-то удался 12 секунд, судя по всему, это более чем достаточно. Кузин, Гордеев классно на Бондарева в угол. Серега, Сергей Бондарев, 7-е. 66 на 74. Кузин. Дают ему разогнаться, дают в правую сторону зайти. Хоть и не попал, мороз дачу от Бондарева. Ну, досаднейшая потеря. Гаевского никто не закрывал. Просто не поймал, не подготовил руки. Ну, а Кузин наказан. Здорово Козицын на него вышел. Михеев так разводит руками. Предлагал ему заслон. Козицын в быстром отрыве. Даллас пока шли там не мчать. Козицын тоже игрок, который может бить трехи. Может быть, не столь стабильно, как его еще три товарища. О-о-о, Суженко! Кузин, скидка в угол. Морозов будет заходить. Антоха не попадает в проходе. Но Михеев здорово на подборе. Будет бросать. Нет, возвращать Бондареву будет. И очень неудобный возврат. Мимо руки, под рукой даже так, от пола. Кузин, ну это... Михеев решил на подбор не идти, остался Дима защищать трехсекундную вместе с карту назад. Ну а Кузин, в принципе, наверное, и не даст возможности за подбор побороться. Первый достаточно уверенно, второй туда же. Добежал в нападение, Гордеев вроде зацепил этот мяч, и дальше забрать его не смог. Да, Петр говорит, что он прямо руку держал, она под двадцатку, но совсем не по игре, если честно. Бруклин, конечно, не сильнее, друг выпустил. Бартушин здорово подождал, подкрался к этой передаче. Михеев колотит в разнице. Ну, повторюсь, все-таки по этой игре поменьше должно было быть. Михеев фалит, Поликранидис забивает.